Город Уральск. Вот это улица Бауржана Момышлы. А это перекресток, который отходит от него. Логически это должно быть продолжение улицы Абдолова. Но так как здесь есть дорожная такая загогулина, то возможно это другая улица. Но мы сейчас по ней пройдем. Это новая часть Уральска. Дома, вот видно, что совершенно новые. Построены недавно. Но березки успели вырасти вот тут. Выглядят такими, как бы это улица Соколиная называется. Поэтому такие уже хорошо развившиеся улица Соколиная 41, да, березки. Поэтому, вот, наверное, так, лет 7-8 точно есть, да, им. Ну, вот дома такие добротные. Да, видно, что как бы осваивается недавно. Вот. Там той стороны вот видно, что Соколиная 16. Видать, она такая короткая. Соколиная 37 с этой стороны. Вот, нечетная сторона, наверное, она как дома, а с этой стороны, скорее всего, производственные эти помещения. Поэтому вот 16, а вот это 2. Вот. Ну, наверное, туда дальше идет, да? То есть четная сторона, она, наверное, вдоль вот забора производственного помещения. АО «Желаевский КХП». Ну, наверное. «Желаевский хлеб» или что-то такое. Да, это, скорее всего, их. «Соколиная 2». Видно, там улица проходит. И туда вот идет. Там дорога. А давайте пройдем туда. По этой улице Соколиной. По этой части, которая четная. Нечетная получается. Вот идет. А там параллельно идет эта улица Бауржана Момышлы. Вот производственное помещение. То есть и помещение, и площади. А, впереди написано «Чистая вода на разлив». Там стоит МАН. Такой. Здесь забор, проход между забором. Вот там остановка. Улица с таким красивым названием Соколиная. Звейте с соколы и орлами. Что называется? Дома новые. Явно вот встроенные недавно. Так, Жигере уже начинается улица. Жигер 1. Жигер 3. Так. Соколина я пропала, ну ладно. Сразу же пошли, пойдем до конца по этой улице. Жигер вон до туда. Может быть, повернем и выйдем снова на улицу Бауржана Момышлы. Здесь дом такой. И машина готова, прогревается, вернее, готова к поездке, наверное. Фишнер Логистик, ну это, наверное, старое название. Улица Жигер, достаточно такая, как его, дома такие солидные.
улицу. На YouTube? На YouTube. Вот такая улица. Ну, дома новые совершенно. Это вот новая часть города Уральска. Она такая вот. Ну, вот. Вот снег. Снега много. О, какая надпись такая романтичная. Ты луна моей жизни. Молодцы. Это, наверное, это поэта же поэтично так написал. Какие дома тут, а? Вот кто бы подумал, что вот раньше, да, что возникнут вот такие солидные дома в этой части Уральска. А как бы все время считалось чуть ли не захолустьем, да, вот окраины такой. Ну, вот производственные площади промзона. Сейчас это вот солидные такие дома. Выстроили. Вот, это даже стильный такой дом. Вот там должен быть проход на улицу Мамушова. Мамушова. Нет, нет прохода. Прохода нет. Тогда на этом мы завершаем ролик. Улица Соколиная перешла в улицу Жигер. Крутые.